Елена, как так получилось, что вы играете в доту вообще? Я изначально, вот вы знаете, когда я только ребенка родила, ей был год, мы купили первый компьютер с первым моим мужем, ее отцом. $1000 стоил, безумные деньги. И я начала играть в это, как он назывался? «Фараон и Клеопатра», да. И с тех пор все, я геймер. Ну вот люблю я это дело. Ну вот, вот прям, вы знаете, я как вторую жизнь там проживаю просто. То есть у меня как бы две жизни. Одна реальная, а вторая игровая. Если не секрет, кем вы работаете? Приемщицей в химчистке. Ну, то есть в целом это серьезный рабочий день, да? Сколько времени? По 12 часов я работаю, 2 через 2, да, сейчас. Но я умудряюсь прийти домой после 12 часов, еще каточку в доточку отыграть, а потом только спать ложусь, потому что без этого я не засыпаю.